В России о возможности создания цифрового рубля как еще одной формы национальной валюты представители Министерства финансов заговорили в 2019 году. В 2020 стартовала программа разработки концепции CBDC. В параллели создавалась законодательная база. К 2023 проект был технологически подготовлен к запуску. В апреле того же года организаторы поделились, что ждут окончательного принятия законодательных актов. Поправки были одобрены в Государственной Думе в мае. После подписания документа президентом акты вступили в силу в июле 2024 года, и уже в 2025 году цифровой рубль должен начать полноценно функционировать. Концепция CBDC в России одна из самых масштабных в мире и направлена на внутреннее применение. Цифровой рубль запланировано использовать во всех взаиморасчетах между гражданами. Токенизированный вариант национальной валюты будет храниться на блокчейн-кошельке, разработанном ЦБРФ. Создать его смогут резиденты страны с помощью популярных сервисов для банкинга. На июнь 2025 года работа цифрового рубля тестируется среди множества организаций. Таким образом, уже скоро каждый сможет прикупить себе несколько виртуальных монет из России.